В Кунаеве наградили работников библиотек Алматинской области за труд и личные заслуги. Мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника работников данной сферы – Дня библиотекаря. Вместе с тем состоялась и презентация ряда книг, изданных при поддержке акимата области. 24 октября работники библиотек Казахстана уже третий год подряд отмечают свой профессиональный праздник. В честь знаменательной даты в Алматинской области прошло награждение работников отрасли. Руководитель областного управления культуры, архивов и документации поздравил и вручил награды специалистам, отличившимся в своей профессиональной деятельности. Алматинская область знаменита своими поэтами, батырами, невероятной природой. Многие казахстанские деятели культуры – выходцы из Алматинской области. Это и Жамбыл Жабаев, и Бердибек Сокпахпаев, Мухагали Махатаев, Дынмухамед Кунаев и другие. Я желаю, чтобы ваше дело и в целом наша общая работа процветала, чтобы было побольше людей, чьи произведения и книги пополняют коллекцию наших библиотек. Пусть наш регион развивается и процветает. В ходе торжественного мероприятия работники, внесшие неоценимый вклад в развитие библиотечного дела, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Алматинской области. Ряду специалистов были вручены нагрудные знаки «Ветеран и отличник библиотечного дела» Национальной библиотеки Республики Казахстан, а также медалью «Почетный библиотекарь Казахстана» Казахстанского библиотечного союза. Одна из тех, кто получила награду, Адия Махмулаева, сотрудник Малой Диханской сельской библиотеки Уйгурского района. В этом году исполняется 31 год, как она трудится в данной сфере. В этот день ей вручили нагрудный знак «Отличник библиотечного дела». Поздравляю с наступающим профессиональным праздником всех своих коллег. Желаю здоровья, благополучия и удачи всем. Пусть труд каждого специалиста, добросовестно работающего во благо нашего дела и края, будет высоко оценен. В ходе мероприятия состоялась презентация книг, изданных при поддержке главы региона. Были представлены также произведения порядка 15 писателей-поэтов, таких как Мереке Күлкенов, Сапарбай Исраил, Самал Сухпахпаева и Жанбулат Аупбаев. Мероприятие продолжилось концертной программой. Публике представил свои творческие номера фольклорный этнографический ансамбль «Кулан Саз». Айслу Жандосова, Камила Тынштайбек, Жан Кенжебай, телеканал ЖТСУ, Кунаев.